Давай. По. Папе, папе, да. Да, папе. Боже мой. Ты же целый день гулял. Что? А ты говорю, да, пожалуйста, да. Ой. Бедный ребенок, Открой. Надо посередине. А, Владя, надо снять эту. Поменять. Нормально. Все. Чего ты? Ой. Горе какое, посадили, да. Скажи, еще здесь попакостить не дали, да. Посадили. Да, Маняша? Маняша спокойная. Да. Да, моя мышка, спокойная. На ручки. Да. Она нагулялась, наелась. Пустите меня. На свободу. Степочка. Да. Мой мальчик, да. Да. И походили, погуляли, скажи, да, сляли. Да. Походили, скажи, по животным, да, мой маленький, да. 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 Чистенькую. Вот, чистенькую штучку. Да. Через день, скажи, новую. Спасибо нашим подписчикам, которые нашили нам. Мужа разговаривает, как Люська с тобой, понимаешь? Так он со мной, да? Вот. Такое колесие прямо вообще сил нет. Колесие. Да. Ну кто ж мог подумать-то в этой жизни, что гамадривы такие колесия бывают. Не, сережку не надо снимать. Ой. Ухаживает, как за мной. Прическу сделал, мам. Да, ой, какой гамадрил хороший. Друзья, такие ручки. Мягкие. Тепленькие такие. Да. Не. Нет, глазик маме не надо, да, не надо. Глазики, да. Вот. Как я тебя могу, вот, не знаю, в вольер посадить? Никак. Ой, кто-то звонит. Опять все мне звонят, да. Вот. А вам там папа, смотри, новую. Вот. Что? Ох, у меня прическа, вот у меня кудри красивые будут. Степка сделает. Маня такая. Манечка, не выходим, Маня. Нет, ну ты посмотри прямо, Степка. Давай. Он так раз. Давай сюда, Иван. Иди ко мне. А как я его могу отдать? Степочка, ну, отдать не могу. Ой, забрали, дитё моё золотое. Забрали, мой красивый. Слушай, какая шерсть такая интересная становится на ощупь. У Люськи уже грубая. А у Стёпки вот этот капюшон, этот плащ гамадрили у самцов. Слушай, такой мягкий, такой шелковистый. Что, мама, скажи, папа мне сказал, сейчас тебе напишут, что ты с гамадрилом целуешься. Ой, что будет. Какие они хорошие. Да. Мой.
надо, ну надо. Ну, целый день вы бегали. Ну надо, да, надо, надо, да. Ой, всё, всё, обиды, психи. Чопа, ну полчасика. Полчасика, да, потом пойдем бегать по дому, да. Да, да, да. Полчасика посиди. Да. Водички, я тут скажу прям. Настоящий скоро весна будет целыми днями сидеть в вольере. Но они же хотят не просто друзья в вольере, они хотят, чтобы мы были рядом. Степка вообще, он должен сидеть на мне, ну, в худшем случае на Влады, и чтобы мы все время были рядом.